И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же догадайтесь, и сегодня мы пойдем, я думаю, томить Ферокса. Или Ферокса, но я думаю, все-таки Ферокса. Этого маленького вредного колобка. Но сначала я хочу вам кое-что рассказать, это был что-то с чем-то. Помните, да, в снежном биоме я прошел миссию, где замороженная зона, то есть, ну, как путешествие. И я вам так скажу. Бета я прошел с первого раза. Вроде бы с первого раза. Да, бета я прошел с первого раза, то есть, как бы было тяжело, но я прошел, точно. Альфа. Сколько я раз там запоролся, это не счесть. И тут как бы с одной стороны логично, а с другой стороны там чисто физически ты не можешь. В некоторых местах у меня багались точки, которые появляются. И в некоторых... То есть как бы со второго, то есть до третьего пункта, это там, где нужно вот так вот облететь гору, короче. Я не знаю, может там есть где-то покороче путь, но я вот так гору облетал. То есть там чисто физически нельзя долететь, короче. Ну, то есть ты по времени не успеваешь. Один раз я почти успел, но я там прилетел, у меня осталось 30 секунд на то, чтобы найти все вот это вот все. То есть, да, это с 3 минуты, короче, чтобы ты туда дошел. Ну, как бы такое себе, да? Поэтому, да. Ластер телепорта там ставить нельзя, да я и не собирался. The last remote location. Remote location. Yeah. В общем, короче, я оттуда. Ты поехался. Сейчас покажу. Телепортация между биомами. То есть, если отправиться вот сюда, то ты телепортируешься в точку 3, то есть, где вот это вот все находится. Ну, в общем, короче, я чутка счетерил на альфе. Ну, я потому что реально там не знаю, что, как, где. Сколько раз я там это летал, это я не знаю просто. Бету я не с первого раза прошел. Вспомнил. Суть, короче, в чем? Если вот сюда посмотреть. Не сюда. Набрал. Вот сюда, если посмотреть. То я каким-то чудом, то есть я полз, то есть вот с помощью этих кирок заползаю на гору, там буквально гора чуть-чуть высоко. Бах! И типа пишут, вы сдохли, все. Я такой, типа какого фига, ну ладно, думаю, авось. Это типа, ну, нельзя тут наверх забираться. Подхожу, хоп, а мне пишет нету инвентаря. Я говорю, чё за нафиг? Инвентаря просто нету, то есть мой персонаж просто исчез. Ну, то есть, вот все, что вы сейчас у меня видите, это все восстановлено, здесь то, что у меня было в сундучке. И он просто сдох, он просто вот так вот, и все. Я не знаю, что, ни сундука, никого, ни диносов рядом не было, я просто полз наверх на гору. Кстати, второй раз, когда я сдох, то есть здесь можно посмотреть, это я туда пришел, телепортировался, собственно, поэтому я знаю, как телепортироваться в ту точку. Я телепортировался, смотрю, ну, то есть с киркой, залазит туда наверх, во-первых, там не сдох ни разу, я там и выше залез, и где только я не лазил, я там нигде не сдох. То есть там была такая, в эту точку я, если что, тоже залазил, где я примерно лазил вот это вот и все. То есть я там все облазил. Ни сундука, ничего, но, в общем, короче, и понятное дело, все... Я жив, цел, орел, кое-как сдох от саблезуба, потому что я не хотел уже телепортироваться. Ну, такие вот дела. Ну, ладно, лут, между прочим, я собрал. И, то есть, вот, во-первых, это седло, это про... Вы посмотрите ресурсов, сколько оно жрет. Во-первых, фрагменты панциря, где мне столько надо быть. Я вообще даже представить не могу. Но седло, конечно, хорошее. Но, блин. Это ужас. Вот, еще вот такое прокоптанное седло. И вот это вот и все. И, кстати, да, я потом уже заметил, когда, собственно, я сдох, я взял эту кирку. И такой смотрю в инвентаре у себя, а что это у меня за кругляшок? Я смотрю, нельзя измельчить. Залазю в сейф, я для этого всего сделал сейф. А это все говно, нельзя измельчить. И я такой, твою мать. Обидно. Несказанно. Вот, и...
Это самая главная такая проблема, то есть я не знаю, куда девать это все дело. И я еще понял, что с каждого задания мы имеем, выключайся, свой дроп. То есть, допустим, вот помните, да, первое задание, собственно, оттуда у меня очки эти взялись. И вот сейчас там видели много очков. То задание, которое я в прошлый раз выполнял, много сёдел Тирекса. А с этого задания у меня много сёдел Плезиозавра. Там Рекса, Тирекса, а здесь Плезика много. То есть, ну, очки, Плезик. Это прям что-то с чем-то непонятно. Вот, поэтому, по ходу дела, здесь, то есть, если нужен тебе какой-нибудь, ну, допустим, седло Рекса, ты идешь и фармишь вот эту вот локацию, ну, то есть, вот это задание, то есть, плавать под землей. И все, то есть, в этом плане, в чем-то легко, в чем-то читерно, но в чем-то бесит. Вот. Особенно то, что нельзя это все дело перемолоть. Так, на ком мы пойдем? Зависло все. Наверное, пойдем пешком. Для его утомления нужен элемент. Элемент у меня есть. Но, что я могу сказать? То есть, да, кто-то скажет, вот ты читом перенес с другой карты. Но! 14,5 тысяч энграмм, о, шестеренок, пентаграмм, ну, короче, вот это говна, короче, я могу себе позволить купить, допустим, 7 элементов. 7 элементов это мне позволит притомить одного феррокса, но я хочу вот это вот, то есть, с элементом проблем нету, то есть, даже так бы, нигде не добывая, у меня он был бы все равно, вот, но я хочу вот эти потом... ящики с добычей добыть и достаточно и проверить, что где. Бегаю я сейчас с пистолетом, потому что, понятное дело, хороший арбалет у меня исчез, можно так сказать. А так и нужно сказать. Вот, поэтому, ну, такое себе. В общем, отправляемся за Фероксом. Если отправляемся сюда, мы попадаем к миссии. А мне, наверное, нужно попробовать вот сюда сгонять. Честно, я сам не знаю, куда. Нормально. Вот, сам не знаю, куда мне конкретно нужно. Около той миссии есть пещера, в которой находятся фероксы. Но, понятное дело, они мне не нужны. Есть 150-е фероксы, самка и самец. Вот их-то и будем томить. Причем и одного, и второго я хочу притомить, попробовать. Посмотрим. Оу, я... Добрый вечер. Так, с это у нас Терезинка, а вот справа кто? Ай-я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 й, ютик сраный. Говнючик. Да пошел ты, ублюдок, мать твою, собака! Как вы меня достали, ютиранусы эти твари. Я пока миссии эти выполнял, они меня прям конкретно уже достали. Так, ладно, подожди. Сначала мне нужно понять, где я нахожусь. И мне нужен туда. Туда это, возможно, даже нужно к миссии пяхнуться. Снежный. И давай в НЕ все-таки летим. Все-таки, я думаю, мне лучше туда. Там должно быть поближе, по идее. Да, не сильно, это уж и ближе получилось, если честно. Ужас. Но, кстати, я могу сейчас показать, во-первых, место, где я сдох. А сдох я вот буквально вот сюда, вот на вот этот пригорочек забрался и сдох уже. Прикиньте, вот-вот на вот этот пригорочек и забрался и сдох. Вот, а во-вторых, я сейчас вам покажу, как я тпхался. То есть я брал, то есть здесь все собирал и тпхался на склон. Блин, тоже, короче, что-то не очень-то и место. А, не, это я уже здесь этот лутал кристаллы. А склон где-то с той стороны внизу. Это я здесь лутал кристаллы, короче. Ну, я решил забраться наверх, посмотреть, что здесь вообще. И кристаллы лутал по пути. Ютик, мать его, Ранус. Пошел ты в Анус. Они меня задолбали. Они меня прям, ну прям конкретно, они меня задолбали. Тут ты
чё, серьезно что ли? Твою мать, как вы меня бесите? Я 150-го завалил, тебя завалю, блюдок, мать твою. Я сегодня рифмоблёт. Блин, я прям сегодня очень сильно устал от этого всего говна. Вы бы знали, насколько. Кристаллов здесь очень много металла. Нужно будет сейчас в промежутке между сериями все-таки притомить Диди Куруса и Анкилу. О, а здесь, наверное, Рина, наверное, горцевать, да? Ну, судя по вот этой, это, наверное, на... А, с Облеславом. Вот, кстати, тоже я посмотрел, а это... Дают ли там диносов или же не дают? Ну, давай, отлично. Этот глюк должен был послужить предупреждением. Будь осторожнее со своими желаниями. Выживший 7102439 был зациклен на том, чтобы разбить четвертую стену, как он сам говорит. Он делал все, что только можно, чтобы привлечь внимание того, кто управляет симуляцией. Фейерверк, сооружение в форме букв и тому подобное. Не знаю, насколько он преуспел, но знаю, что старался он настолько активно, что случился глюк. Да, это было бы необычно, если бы ты такой... О, прикольненький, фиолетенький. Ты такой смотришь, а твой персонаж сам бегает и что-то делает, да? Это было бы, конечно, прикольно. Ну, кстати, да, вот. Вот этот склон. То есть я сюда телепортировался каждый раз, то есть на сам непосредственно склон. Ой, ну ладно, давай искать, короче, Ферокса. С Фероксом здесь вообще еще та жопа-жопошная. Я одно могу сказать, я забыл взять постройки, потому что, как вариант, его лучше томить в ловушке, потому что он ему даешь элемент, то есть томится он пассивно, ему даешь элемент, и он такой хоп-хоп-хоп превратился такой в махину, громилу, и давай тебя это, Халк, крушить, короче. Поэтому такая проблемка. Так он маленький, безопасный, и типа и... Все, твою мать, ты серьезно? Пошел ты! Да пошел ты. И ты пошел ты. И ты пошел ты. Уж сколько я волков убил, это тоже не счесть. Эй, Ютик, пошел в жопу, ты там... От Ферокса моего отошел. Я видел что-то красное. Если хочешь жить, не подходи ко мне, ублюдок, мать твою. Да ты задолбал, Ферокс, да ёб твою ж за ногу! Давай ты как-нибудь это... Выживешь? Фух. Да ты серьезно? Если б не этот пистолет... Ты, твою мать! Да пошёл! Вот это серьезно? Я даже не знал, что они здесь есть. Не подходи к моему Фероксу. Какого фига? Так, окей. Камни тоже обходим стороной, я понял. Кто бы знал? Я даже реально не знал, что здесь есть големы. Все, все! Снегоход! Давай, давай, давай! Отстань! Так, это нормас. Снегоход, все, спи! Ой-о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 й
Отлично. Надо тпхаться домой. Не, просто была опасность, что он потом на мою ферокс бросится. Мне это точно не нужно. Все, отлично. Отлично. Фух, ну теперь-то я могу тпхнуться домой? Не, носорог бы с ним бы справился.
Но это не точно. Чё-то нифига он урону пронёс. Короче, это что-то с чем-то. Зимний биом? Это еще та жопа. И тут как бы я не спорю с разрабом, говорящим, что это сложно. Да. Или средние там пишут. Но не суть. Там жопа. Так, берем постройки. Берем постройки. А что возьмем? Да давай с... Я не знаю. А давай возьмем вот это вот все дело. Ага, сделаем 5 стенки. Короче, возьму. Прикиньте, эта скотина в текстуру застрял. О, бежит из-под текстур. Блин, а я его тут дефую. Вот ты пиздюк. Короче, сейчас надо срочно строить все это говно. Я там себе дом разобрал просто. Блин, двери только одни взял. Ну, бог с ним. Делаем так. Да ёп. Перный картобалет. Погоди, братан. Ща. Построить тебе домик, короче. Ты в него зайдешь. Если чё, лучше к нему не подходить, когда у вас в слоту есть элемент. Блин, стенок мало взял. Ваша шара. Вот, почему? Потому что он у вас с последнего слота его обязательно стырит. Вот, это тоже стоит учитывать. Раз, два. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот. Опа-на! Добрый вечер. А, это ты же? Вот пиздюк, я думал, это другой уже. Так. Две стенки еще нужно. Блин, ладно. Летим домой. Считаю ее дерьмово. Так, делаем так. Так. Ага. Стенку нужно... Ой, дверь нужна на автоклосс онли. Так. Ты где... Ты что, опять под текстуры бегаешь? Да ты что, офигел что ли? Иди сюда! Алло, блин! Подтекстурное животное. Так, а вот теперь, походу, есть смысл поставить элемент в последний слот. Да ты серьезно? Ты сейчас оттуда... Он сейчас оттуда не выберется, походу, дело. Ух... Как же ж... Мне дорого эта игра за это. Вы бы знали. Так, как тебя оттуда выманить? Отлично, он еще глубже упал. Он еще глубже упал, он полетел, полетел, и сейчас у него, как вариант, появится надпись Дэд. Как ж ты мне дорог? Ты бы знал. Ладно. Того пиздюка уже не спасти. Пошел он в жопу. Ублюдок мелкий. Ну сдохни уже хоть что ли. Ай-яй-яй-яй-яй. Значит, ищем тебя. Надеюсь, хоть ты не в текстурах. Отлично, погнали туда. Ой-ой-ой. Пошел ты. Да ёб твою ж, я про тебя забыл. Да лосатый тунца. Оп. Оп, перезаряд. Ууу, я, нифига себе. Я думаю, я тут вообще вниз падаю. Повезло. Ой, мать вашу. А я хочу летать. Эй! Я длань правосудия, мать вашу. Так, братва, текай. Я задефаю. Хоп, хоп. 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 Почти, почти. Носорожа, спасай мою рожу.
Ах ты ж, ёшкин кот, ёшкин пёс, пошёл ты! Да что ты оружку-то убрал, дебил? Да ты чё такой быстро-то, блюдок, мать твою? Ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Шинки! Чуть не надрали мне жопоньки. Погоди. Да ёб твою ж за ногу, ублюдок, мать твою! Ай, я тут завалили, пока я сюда шел. Эх, где-то здесь завалили, какая сволочь стреляла, блюдки. Да, я уже не найду. Вот и сраный буря. Ничего не видно. Да уж. Ах ты ж, ублюдок же ж. Давай посмотрим, может он этот выбрался, что вряд ли. Не, этот ублюдок спустился еще ниже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ладно, план Б. Допустим, ты, почему бы и нет. 145-й, ну погнали к тебе. Как-то далековато. Как-то, блин, еще и обходить. Вот это все говно надо. Блин. Отлично, я уже близко. Сейчас, конечно, я застряну. Нет, не застрял. Я думал, застряну, там вот это вот все начнут атаковать. Завалит его, пока я туда-сюда все бегаю. Не, повезло, пока что повезло. Так, чувак. Да подожди ты, блядь, не торопи меня. Да ёб твою ж... Блин! Алло! Мелкие твари! Блин! Вот это меня бесит! Блин, ты бы знали так! Блин, так мать твою, мог выжить! Блять, тебя, сука, бицел, кретин! А, блять, тебя... вот это реально больше всего бесит. Их не было вокруг. Что самое главное, тупое, их просто не было вокруг. В этом основная тупость, понимаешь? Их не было, и это самое тупое. Ладно. Тот у меня поближе. Вот ты поближе. И погнали на тебя. Это прям вообще. Так, перчатки у меня развалились, да? На перчатки, ладно, насрать, они и так кончены. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это у меня еще мод стоит на поиск хороший. Ага. Берегинь, без него было бы что, вообще бы. Уф, ну хотя без него бы я просто пошел бы в пещеру, притомил мелкого лава. Это я точно могу сказать. Стой, ублюдок мелкий, пошли за мной. Сейчас будем, короче, это, выживать. Какая сволочь кусала? Да в смысле я в твою голову попасть не могу? Гнида! Так, дед? Не дед. Отлично. Вот откуда они берутся? Они же даже не отображаются. Знал, сколько я и волков здесь уже убил, чтобы только ты, тварь, выжил. Уф. Стой.
Блин, еще здесь убого. Ай, да ладно, еще площадка миссии. Ну, супер. Пошли за мной. Отлично. Ты серьезно? Пошел вон! Так. Услышал я эту тварь просто. Отлично. Я сейчас просто все зависло. Если что, я нажал убрать пистолет. Пошли. Ой, вы бы знали, какой сейчас кайф я получил. Уф. Ай, да пофигу, и так пойдет. Какая нафиг разница? Стой там. Бляха! Ай. Ай-яй-яй-яй-яй. Я не знаю зачем, но пускай будет. Ой, так, что мне сейчас нужно? Что мне сейчас нужно? Мне сейчас нужно просто дать ему. Так, делаем автокласс онли. Хотя с моими ритами может он вообще получится. Ну? Скотина, забагался он. Ну вообще случайно нажал. Так, ладно, погоди. Сейчас отойдем от него. Видишь, он от меня убегал, поэтому, возможно, именно это в этом была проблема. Сейчас попробуем отойти. Да ладно! Ловушка не срабатывает. Ну, это, короче, сейчас какая-то жопа. У меня также двадцатка осталась, да? Да, также двадцатка осталась. Ну вот она загорается, я смотрю на него. Она загорается. Добрый вечер. Это не то загорается. Ну пошли. Недостаточно места для трансформации! Жопа. Окей, я понял. Ну давай попробуем сейчас. Возможно, еще и потолок мешал. Я так подумал, возможно, и потолок мешал. Но там ветеранус, да пошел ты в жопу. Ну давай, братан. Ну, братишка, давай. Я тебя не хочу из клетки выпускать, там ветеранус. Ты понимаешь, там жопа полная. Братан, давай уже трансформироваться тут. Ну, пожалуйста, давай трансформироваться тут. Ну там жопа же полная. Походу придется. Блин, надо было сразу со стенок. А, ну хотя стенки, ну, ворота-то они это. Они еще те же жопушные. И что-то. Давай, братан, давай. Блин, ладно, пойду тирану созвали, че уж. Где ты там кричишь, пердишь, блин, скотина?
этой сраной бури прям аж бесит. Ни черта не видно. И она нескончаемая, такое ощущение. Миша! Иди в жопу, Миша! Пожалуйста. Тут сейчас уже не до тебя. Ой-ой-ой-ой. Ну давай, пробовать, чё фигрив. Гляди, ты чё там? Носорожа. Носорожа пускай бегает. Носорожа это бро. Ну давай, пикапаем. Пам-пам-пам-пам. Да ёб твою ж за ногу, так откуда ты, ублюдок, взялся? Вот откуда эти твари-то берутся? Стой, гад! Ублюдок, мать твою, я тебя сейчас завалю нафиг сам, скотина мелкая. Ух ты, мать твою, все. Ладно, буду в том домике прятаться. Вот откуда они сейчас взялись? Так. Сам зашел. Ну, сидит. Откуда эти волки взялись, мне больше это интересно. Только что же заспавнились из тут. Ну блин, это хотя бы было бы логично. Ладно. Тих с тобой, дурное животное. Ну смотри! Да ты серьезно? Ну они еще и оббафаны уже! Какого фига? Вы откуда пришли еще и оббафаны? То есть они уже давно засекли меня? Уёб твою ж за ногу, все. Я сейчас его сам застрелю. Еще чуть-чуть, и я его застрелю. Так что давай, братан, без лишних жертв. Обойдемся без этого. По идее, он должен подойти и учуять. То есть, по идее, ему нужно давать тогда, когда он это просит. Эта скотина мелкая не просит. Че-то я не думал, что будет настолько жопа. Что прям это. У меня до этого, я когда миссию выполнял, эти пиздюки мелкие подходили, прям просили, бегали вокруг меня. То есть, как бы, прям, ну как, прям положено. Только, во-первых, у меня не было элемента, во-вторых, эти мелкие левелы были. Там 20-й левел подходил и так далее. Сейчас же. Нормальный левел, он ведет себя как козел. Вот, смотри. Ты смотри, он просто убегает от меня, ублюдок. Ты куда, дурной, бежишь? Стой назад, иди, я тебя сейчас как каху в тебя кину. Просто здесь-то у меня не разведано. Так. Так, вот, смотри, он отвязался от меня, да? Он сейчас просто бегает. Я такой подхожу. И он такой от меня драпает. Ах ты, ублюдок, мать твою. Носорожа сота. Это хорошо. Так, ладно. Попробуем растопыхаться. Да ты серьезно? Свинтус! Ну, вы поняли. Так, ну, одно я могу сказать. Постройки не работают. Хоть с ними мучиться не нужно. Чё, блядь? Отлагивает, конечно.
там вообще еще кто висел. Ну еще могу сказать, эти ублюдки любят под землю нырять. Прям очень любят под землю. Ну ты смотри, просто в шопу иди, ублюдок, мать твою, чтоб ты там сдох, гнида мелкая. Так, ладно. Фух. Этот под землей, этот под землей. Да, короче. Я не знаю, но давай, короче, пробовать самку притомить. Я уже шатал манался это дело. Потому что предыдущую самку, которую пытался притомить, ее просто завалили, даже у меня не получилось ее притомить. Давай попробуем. Подлетаю. Патроны уже заканчиваются. Хоть от ветерана свалил. И на том уже хорошо. Но куча волков, это, конечно, да, было еще то безумие. Ой, бляха-муха, все. Дед. Или тоже в подземку ушла. Не, слушай, не в подземку. Погоди. А чё я сюда летел? А, потому что Тадет ты мне на новую переместил. Отлично. Да, Тадет была точно. Они просто в трёхе около нее заспавнились. Ну типа, камон. Ладно. С самками вообще прям не везет. Они сразу дохнут. Да, вот он самец. Титьюбный элемент. Вот он. Ой, так захотелось пристрелить его. Сотый левел, иди нафиг. Не-не-не. Сотый левел, не подходи. Не-не-не-не-не-не. Нафиг. У меня... это... и так бомбит. Сейчас еще если сотый левел начнет томиться, то это вообще будет что-то веселее. Ну? И как я должен использовать элемент? Вот я ему даю элемент. Вблизи Ферокса. Вблизи Ферокса. Блять. Сука. Ёбаный стыд. Твою мать. Просто такого хрена. Вы поняли, о чем? Что сейчас произошло? Нужно использовать... То есть до этого он не используется вообще никак. Я сколько раз сжал. Нужно зайти в инвентарь и нажать использовать. Причем раньше нужно было положить в последний слот, потому что я смотрел видео. Там нужно положить было в последний слот, короче, и это... и с него его кормить. Ну, вы поняли, да? Я прям чувствую, что нужно было это уже... там... нужно было через заглушение, походу, дело томить, хотя не знаю, может, фиксили, и через заглушение больше нельзя томить. Да.
кстати, надо постройку делать. Теперь я знаю, как это работает, надо строить постройку. Какого фига? Просто раньше было так. Ну, то есть, как бы, я смотрел в DOS, раньше было так. Тогда это изменили, ну, понятное дело, я без понятия, кому я первый раз играю... Но делаем поярче. Ой, я думал, его завалили. Бляха-муха, вы бы знали, насколько. А, он спиздил у меня, отлично. Он сам спиздил, пиздюк. Он просто сам спидил из-за этого. Ай, твою ж за ногу. У него. Надеюсь, у него томление не спало. Ох ты ж. Простите, но мат здесь это уже просто что-то из разряда. Ну, без этого ты уже точно не притомишь. Собака. Собака мелкая. Так, вот говно надувать. Заходи давай. Пиздюк. Возьмите в руку элемент для приручения. То есть смотрим на него, прожимаем и тикаем. Я понял. Ах ты дурная обезьянка. Ах ты ж... Ах ты... Достает же. Так, куда-то надо убрать. Стрелочку. Нифига у него дальность урона. Такс. Подпросил. Самое главное, чтобы он не забагался в текстурах и не упал вниз. Не-не-не, то, что он спер, это нормально. Он это, не сбросилось, по ходу дела. Надеюсь! Надеюсь, не сбросилось! Наркоман долбанный. Фью. 20 элемента... Это я, по идее, правильно взял. Какого фига? Ну, то есть, как бы, приручение это здесь физичное. Тут самое сложное. Это, чтоб он выжил. И не тупить. Ты не, реально, самое зло. Вот если бы я сразу знал, что нужно просто прожимать, кстати. Почему он не прожимался? Бляха-муха, я прожимал на Е, как на обычном пассивном томлении, а не на предмет. Это получается, он томится как медом. Кто у нас медом-то томится? А, я не помню. Там подходишь и прожимаешь на Е. Он мед скидывает. А если около него прожимаешь на Е, то он его сжирает. Ну вы поняли, как это работает. Давай уже. Ну, отлично. Это кошмар. Но трансформируется он, конечно, красиво. Тут как бы не поспоришь. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Оп. Давай, оп, захавал. Халк крушить. Да, сейчас меньше бомбит. Но сколько их подохло, а сколько ушло в землю, это прям. Ладно, 145 тоже хорошо. Сейчас звуком покажу. Выживите, если сможете.
Ты просто подходишь к нему и надпись: «Выживите, если сможете». Не, конечно, юмор у разрабов своеобразный, тут не поспорю. Ну блин, написать «Выживите, если сможете» — это, конечно, да. Сейчас покажу. Сейчас вот так отходим. Он отагривается, а то он начинает бить. Ну давай, отагривайся, братан. Отлично. Нам еще с тобой потом жить долго и счастливо. О, «Выживите, если сможете». И такой троеточие. Не, ну тут как бы я и не спорю. У меня сейчас спасло только броня хорошая, и все. Но, блин, какая же он скотина. Не, если бы в целом не то бы видео, которое я смотрел, то проблем бы не составило мне его притомить. Потому что там чувак говорил совсем про другое. Но это и было на старте, как бы. Так что за это время много чего могло измениться. И, кстати, да. Ух ты ж, ёптвою жданку. Я теперь знаю, почему гигантопитек при распрыжке, и лягушка при распрыжке ускоряется. Потому что Феррокс. Это ему добавили такую функцию: при распрыжке он ускоряется. И, соответственно, любой, который... То есть гигантопитек, лягушка... при распрыжке точно так же ускоряется. Который я вам, ну, вы видели в видосе про гиганта Питека. Или в другом каком-то видосе. При распрыжке он просто на ускорение попер. Вот самое долгое — это ждать, собственно, как он... Ну, одно хорошо, не надо ждать торпоры и так далее. То есть все это вполне быстро, изичный лук. Ну, кстати, можно увидеть характеристики. Какие характеристики до приручения? Оп. И какие после? То есть в целом можно будет сравнить, насколько, то есть изменится что-либо после приручения. Кстати, мамонт красава. Он здесь завалил волков. Он меня дефал, можно так сказать. Вы приручили Феррокса. Отлично! Я приручил Феррокса. Супер! Здорово! Офигенски просто! Ешкин кот. Долбанный тушканчик. Ты бы знал, пиздюк, как я тебя хотел завалить. Тебя и твоих сородичей. Ну, нескольких я все-таки завалил. А че они бегут, мелкие левела? Ну блин! Это прям конкретно еще один тушканчик. Еще сидит на плече, так прям на жопе конкретно. Клево. Клево, клево, клево. Так, у меня что получается? Шапки и перчатки поломаны. Ну, окей, бывает. Не знаю, буду ли я приручать самку и разводить их потом. Но я точно могу сказать, это был что-то с чем-то жопа за жопой. Да, прикольный. Тут не поспаришь, это прикольный. Так еще в камеру смотрят. На стоп-кадре. Фух, да, мой дом теперь выглядит так. Ну надо же было откуда-то брать материалы. Че мне новые создавать? А на новые надо ресурсы было лутать. Камня у меня нету. Ну я и решил, что... потолок и так повисит. Хотя там и потолок тоже частично уже разобрал. Так что нормально. Чё, блин? Первый раз, что ли? Нет. Фух, ладно. Чё у меня получается? 18 элементов. Он у меня взял. Так, клубочек-комочек. Зависимость 87%. Требует элемента 4, требует элемента. И вот его будут характеристики после того, как он бабахнется. Прикольно, то есть, типа, вот его характеристики, после того, как он бабахнется, такие будут характеристики. О, сейчас он, получается, бегает, типа, с одним, топ с другим, а с другой скоростью. Ну, понятное дело, это ему здоровье нужно было качать и урон. Элементы нужны. Так, отцепись пока.
Мне нужны элементы еще две штучки, чтобы его бабахнуть и посмотреть. В целом у него от наркомании еще увеличиваются характеристики. Тоже стоит учитывать. Так. Он просто со мной прибежал, потому что у меня был элемент в инвентаре. И когда он чувствует элемент в инвентаре, он делает именно так. Встает на задние лапки, нюхает, чихает и потом бежит за тобой. И вот так вот и просит его. Не, выглядит, конечно, это прикольно. Он бы еще бы не сливался, у меня с фундаментом вообще было бы клево. Ну-ка, иди сюда. Выглядит, конечно, это что-то с чем-то. Но... Ну, давай. Посмотрим, что у тебя будет сейчас. Секунду. Так. Требуется тебе 4, да? Давай тебе 4 и дадим. Нет, это не так. Это нужно делать вот так. Требуется уже 5. А, ему нужно прям вскармливать его. Отлично. Я понял. Так как зависимость увеличилась, теперь ему требуется уже 5. И сейчас он вырастет. Опаченька. Какая громадина. Так, и давай теперь смотреть на его характеристики. Какие вы стали? По сути, вроде бы те же самые. Хотя фиг знает, потом я на монтаже буду смотреть. Так, оставшееся время трансформации, это понятное дело. Зависимости, это понятное дело. Так, он прыгает. Он бьет. Он ударяет. Так, отлично. Бросает вроде бы лыжники, точно. Отлично. Кстати, погоди-ка. Погоди-ка. Оп, песелик мой загавкал. Кто-то постучался, походу, делал. Нафиг с ним. А, в воду он не падает, отлично. Фух. Ну и посмотрим его в боевых условиях уже. Оставшееся время для трансформации очень быстро спадает, если уж на то пошло. Если ты толкнул его просто? А, нет. А, ты вот толкаешь? Так, понятно. На левую кнопку мыши он просто толкает. А, он при разгоне толкает. А так он бьет. То есть там ты просто, короче, ему не даешь шансов. Побольше кликай, как говорится, и шансов будет ноль. Булыжник нормас урон относит. Но, честно, что-то как-то по урону не очень. А, и пока он в трансформации, я не могу его качать. И он, по ходу дела, и не качается, пока он в трансформации. Офигеть! Офигеть! Так. Ну хорошо, сейчас трансформация спадет, посмотрим, что из этого выйдет. А, если идти... Он бьет. Если вбежать, он толкает. О, здесь много комбинаций. То есть, если бежишь, он вот так толкает. Если просто идти, он начинает кусать. А если стоять на месте, он бьет очень быстро когтями. Офигеть! Просто одна и та же кнопка и три разных атаки. Прикольно.
это у нас просто раскидывает всех по сторонам. Ну хотя нет, тоже дамажит. Что-то какой-то урон да нанес. Это чтобы не убегал. Подожди. Да пошел ты! Так, прыжок. Ух, но без прокачки он точно ни о чем очный. Привязанность 0. И это самое смешное. То есть, не знаю, как сейчас исправили, нет, но их разводить вообще, ну, то есть привязку им делать бессмысленно, так как после трансформации привязанность спадает в ноль. То есть, как бы, это тоже стоит учитывать, и в этом-то и основная такая жопундель, я бы так сказал. Если в сиде на нем заюзать элемент, то у него получается время трансформации опять увеличится. Но это нам не нужно, я же как раз таки жду, когда она спадет. А, что еще у нас есть? Ничего, ничего. Это ничего. Да, жаль, не пишет, сколько времени, конечно, все это дело остается в минутах. Вообще было бы очень удобно. Потому что шкала шкалой, но было бы намного удобнее, если бы это показывать. Ладно, подождем и посмотрим, что характеристики насколько увеличатся. Да, выглядит, конечно, смешно. Так. А это? Ой, ешкин, как долбанный гремлин. Ай. Так, сейчас другие шлемаки глянем. О! Уснул. Отлично. А, да. Что он там убивал, толку от этого было ноль. Прокачать их, и что-то будет геморройная жопа. А, обновление. Интересно даже. Ладно. Ну как он соплю утер, конечно, это... Блин. Еще тут... Не, ну на мелких, конечно, это выглядит смешно. О-о-о! Да блин, подожди, полой. О, кстати, да, они же элементарную пыль иногда добывают. Ух, огонь. Так. Ну тут прям конкретный индеец. И... Так, ладно. Сколько мне нужно элементов, чтобы тебя запустить обратно? 5 элементов. Ну, окей, 5, так, 5 элементов. Ай. На расточение с тобой. Я еще элементы ничего не добыл, а уже трачу и трачу. Ну а что поделаешь? Протестировать-то охота. Раз. Два. Три. 4. Оп! И шапочка выросла сразу же. Так, клёво. О, теперь я могу тебя. А, возможно, из-за того, что я зашел в инвентарь. Поэтому до того, как это. А так качается! В смысле? А почему тогда до этого он не качался? Какого фига? О, а вот так уже прикольнее. Монгол. Ну, понятное дело, самый лучший шлем по характеристикам нужно надевать. Это без вариантов. Потому что, ну, как, по-другому точно никак.
Желто-фиолетовые глаза. А вот сейчас давай посмотрим. Сейчас тпхаемся туда, растпхаемся и посмотрим, что в итоге ты получаешь. А, так сделаем. Ай, ладно. Давай сейчас растпхаемся куда-нибудь. И посмотрим. Так, о. Давай снежнее в эску обратно. Так, и наверное... Да, вот сейчас экспа идет, какого фига? Давай возьму на всякий случай элемент. Ага, я в радиус не попадаю, отлично. Время есть еще? Сейчас в радиус попадаю. Какого фига? Я вот это вот понять не могу. Давай два, хватит. То есть я сейчас там просто бегал, убивал мобов, и это не пошло ему в экспу. Какая же длинная серия получается, ужас. Уже просто больше часа. Так, ну-ка давай сейчас посмотрим. А вот сейчас я могу тебя качать, да? Может, надо было его качнуть сначала, потом уже выращивать. Ну-ка давай разгон. С высоты падаешь? С высоты он не падает. Ну, это, конечно, разгоняется лучше, чем это. И вот, кстати, на Ферроксе ту бы миссию было бы легче пройти явно. Ну, давай проверять урон. Простите, а почему у него такой большой урон теперь? То есть у меня он просто там, походу, он багнулся, и у него урон остался как от того мелкого пиздюка. А сейчас у него нормальный урон? Ну, если фон просто вот столько вносит. Я не думаю, что он раскачался. Да, конечно, для чистоты эксперимента лучше на тех же самых напасть, но... Хотя фиг знает, может, эта прокачка урона так ему увеличилась. Давай сейчас посмотрим. Я вот 8 левелов вкачал в урон. Посмотрим, что из этого выйдет сейчас. Ну да, то есть как бы урон-то не сильно вкачался. А может и сильно. Нифига себе. Да, это похоже все-таки от того, что я прокачал. Ну тот факт, что... Я не мог ему качать урон. Это... Ну, то есть вообще характеристики это багулина. В том плане, что... Надо было ему хоть что-то вкачать сначала. А потом уже надо трансформировать. Ну, то есть чутка баганулся, что поделаешь. Но неплохо. И... А если так? Попал, да ладно, я еще на мобиса завалил. Этим булыжником. Нормас. Запулил, так запулил. Где Товиса завалил? Ладно, фиг с ним. Ну, в общем, да. Приколюшный получился... Дина? Перебирается он прыжками, то есть он не ползает, он именно прыжками. То есть вот я двигаюсь, ничего, нажимая вверх прыжок, он прыгает вверх. Вправо прыжок, он начинает прыгать. То есть, то есть он чисто прыжками перебирается. Ай, твою мать! Прогрузилась карта. Так. Также я, насколько помню, у него было еще... Ага. На тебя, ублюдок. Это, конечно, не какашки. Но
Бросаться тоже интересно. Давай, цель. Отлично, зарядился. На типа башке. Ну вот как-то так. В общем, ладно, будем на этом уже заканчивать. Диндес, конечно, очень прикольный, но вот с этой шляпы с наркоманией, конечно, это еще тот гемор, я бы даже так сказал. Сразу же отхиляем его чутка. Вот, то есть вот это время трансформации, да, конечно, ты его так прожимаешь, и вот он опять вернулся на место, но это надо элемент. За элементом, как я теперь понимаю, нужно все-таки сгонять в космос. Или в лавовом биоме есть сама руда. Что тоже вполне, скажем так, адекватно. Сходить и добыть. Короче, долгая, бомбящая серия получилась. Если бы не тот видос, которым я смотрел, и там делали так, как я изначально делал, то, возможно, было бы легче. А еще, если бы они не проваливались под землю, еще было бы легче. Ну, да фиг с ним. Ну, а я на этом уже с вами буду прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, и, конечно же, делиться моими видео с моими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.